Плесень на стенах. С такой проблемой столкнулись жители совсем нового дома. В эксплуатацию он был сдан всего лишь полтора года назад. По мнению жильцов, причиной повышенной влажности в квартирах является вытяжка. При закрытых окнах она не выполняет свои функции. Плесень на стенах, течет все по стенам. То есть рукой проводишь, все это мокрое, внизу образовываются лужи. Естественно, после этого начала образовываться плесень, отходят обои. Ремонт можно переделать просто из-за этого. Естественно, у меня дети, двое детей, все это в плесени. Естественно, это, но это не является нормой. Писали заявление управляющей компании. Сомнение вызывает наличие смысловой нагрузки вот такого дизайнерского хода строителей. По всей видимости, изначально эта комнатка предполагалась как балкон, но утепленный с выведенным отопительным оборудованием и, собственно, котлом, который, кстати, по всем нормативам в холоде находиться не должен. Изначально нам сдали такие квартиры, сказали, что это все утеплено, что вас ничего не будет промерзать, что мы вам вывели сюда отопление, что у вас здесь стоит котел, это отапливаемое помещение, это не балкон. И что они в итоге хотели из этого сделать, это непонятно, потому что, ну, это отапливаемое помещение. Никаких балконных блоков они не поставили, ничего. Там, да, находятся две батареи, и зачем мы там топим, непонятно. Но там еще газовый котел, как получается, если мы сейчас их отключим, он будет просто там в холоде. А в этой квартире от плесневелого не до балкона было решено отгородиться стеклянной стеной. Проблема таким образом была решена, но лишь частично. У нас стекли стены, появилась плесень, ободрали все обои. И, значит, две зимы мы отзимовали. Нам, значит, застройщик предложили, поставили нам балконную дверь. То есть мы как бы отсоединились от этой плесени, но проблема остается. Как заявил представитель строительной компании, дом снаружи был утеплен лишь частично. Отсюда и вечно сочащаяся вода. Управляющая компания пытается повлиять на застройщика, чтобы тот устранил недочеты своей работы. Все необходимые справки жильцам были предоставлены, но отклика по каким-то причинам до сих пор не последовало. Мы обращались к застройщику. Застройщик никаких действий не предпринял. Мы обратились в жилищную инспекцию. Жилищная инспекция нам дала свой ответ о том, что это вина застройщика, что застройщик должен устранить эту проблему. Но застройщик до сих пор бездействует. До каких пор нам ждать, мы не знаем. Проблема, с учетом того, что дом не заселен весь еще, проблема где-то у 50% на сегодняшний момент мы собрали подписи. Если 90 квартир, то 40 подписей у нас есть о том, что такая проблема у них существует. И как долго это будет продолжаться, неизвестно. Они, может быть, ждут, чтобы закончился гарантийный срок, и после этого просто спустить это все на тормоза. Жильцы дома продолжают направлять коллективные жалобы во все необходимые инстанции и надеются на то, что их детям не придется и дальше жить в доме, покрытом опасной для их здоровья плесенью.